Единственный способ заставить меня что-то сделать – это сказать, что у меня на это не хватит духу. Мне об этом папа с самого детства твердил, и, пожалуй, он был прав. Чтоб у меня да не хватило духу сделать свой бизнес – это просто смешно. Со всех сторон только и слышно – поборы, налоги, проблемы. Не справишься, зачем тебе это нужно, такая ответственность. Боже ты мой! То есть миллионы людей с этим как-то справляются, а я не смогу? Ну да, поборы. Да, налоги, проблемы. Да, ответственность. Но зато свобода. Сама отдаю приказы. Сама же их выполняю. Сама встречаю гостей чашку кофе. В общем, три в одном. Добро пожаловать в агентство «Новая жизнь». Я хочу, чтобы вы задали жару этой скотине. Вы меня понимаете? Мне нужен скандальчик. И пошумней. И чтоб после этого его ноги в нашем доме не было. Говорят, вы не одну собаку съели на таких делах. А я уже себе весь язык стерла, пока пыталась до нее достучаться. Он ведь только жрет и спит. Жрет и спит. Ну что за прок от такого мужика, который целыми сутками делает променады от дивана до холодильника? А эта дурочка, вы представляете себе, смотрит на него, будто ей достался распоследний Брэд Питт. Простите, сейчас не поняла просто, какая дурочка-то? Вы с кем расстаетесь? Я? Я, слава богу, со своими кобелями, со всеми справляюсь сама, без всяких там агентств. Хорошо, но тогда вы зачем пришли? Видите ли, у меня дочь, ну, не очень разборчива в выборе спутников жизни. Ну, милочка, ты у меня еще за это поплатишься. Отказать мне? Я всего лишь сказала вам, что я не имею права вмешиваться в жизнь другого человека, точно так же, как и вы, без его ведома и согласия. Это в жизнь моей дочери я не имею права лезть? Это ж дочь моя! Ты что, за чушь несешь? Ну, во-первых, не ты, а вы. А во-вторых, вашей дочери не 5 лет. Она не обязана с вами согласовывать свой выбор. Вот знаете, если она сама захочет расстаться с этим молодым человеком и не найдет в себе решимости, пожалуйста, вы знаете, где меня найти? Я тебя найду. Я тебя найду. Да, Олег, прости, не могла говорить. Прости, не поняла еще раз, кто приехал? Добрый день, вы ко мне? Вы Инга Хвостикова? Да, но я, вы знаете, убегаю уже сегодня. Но мы можем с вами, вот, созвониться. Или мне свой номер оставьте, я вам перезвоню. Ну, а если вы, может быть, хотите лично, не по телефону, так давайте встретимся. У меня в офисе или в кафе. Нет, нет, зря. Простите, не стоило мне приходить. Всего доброго. Вы знаете, что я подумала? Мы же с вами можем и по дороге поболтать, если не возражаете. Мне вон туда. Идемте. Ну что, расскажете, что вас ко мне привело? Да, просто хотела узнать, что это за агентство такое странное. Никогда не слышала о подобных услугах. Агентство расставаний. Ну, встреч тоже, но вас, я так понимаю, именно первая часть интересует. Да я не для себя, я для подруги. Понимаете, у нее очень тяжелые отношения с мужем. А ваша подруга никогда не думала обратиться в полицию? Что вы, исключено. У нее слишком богатый и известный муж. Но... Так что полиция вряд ли поможет. Это все равно не значит, что ничего нельзя сделать. Передайте, пожалуйста, вашей подруге, что я готова помочь. Спасибо, конечно, но вряд ли она когда-нибудь на это решится.
Наверное, не нужно было к вам приходить. Знаете, мне повезло. Никогда ни один из моих мужчин не поднимал на меня руки. Я даже представить не могу, как это бояться человека, который спит на соседней подушке. Но я вас понимаю. Я понимаю, что вам страшно и стыдно. Ну, не принято же как-то ссоры из избы выносить. Но я вот что вам скажу. Я, когда 3 года назад начала заниматься этим делом, я прежде всего хотела помочь таким, как вы. Потому что один раз в своей жизни я уже прошла мимо подобной истории. Решила, что не буду совать нос не в свое дело, и теперь очень жалею об этом. Больше, чем о своих неудачных браках. От него невозможно уйти. Он меня не отпустит. Скажите, а вы далеко убрали мою визитку? Я вам дам телефон человека. Если будет совсем плохо, позвоните ему, он поможет. Он из полиции, ему можно доверять. Спасибо. Ух! На помощь! Так. Так, сюда, так, ща. 05. Записал. Видно, что это новый номерок. Как его ты сказал? Журавлев, Егор. Журавлев. Там у Инги на холодильнике, кажется. А может, пусть она сама, вы же ее знаете. Ладно, разберемся. Я, наверное, пойду. Ты мне вот что ответь. Только как на духу. Хорошая у меня девка. Очень. Вот. Что ж она все дуракам-то достается? О. Ну, не иначе, как с глаз, пап. Заждались мы тебя. Нет, Олег, правда, сразу сказал, что Инга уже в дороге, значит... Знаете, часа через 3 будет, не раньше. Красавица ты моя. Ты чего не позвонил-то? Да глупости. Ты дочь мне родная или министр какой важный, которому без звонка нельзя? Или не рада? Рада, конечно, пап. Слушай, ну мы с тобой в прошлый раз насчет этого договаривались. Ну, кондитерский магазин наградил, да? Ну, подпитка для мозгов. Пусть едят, им сейчас надо. И ты тоже ешь. Вон исхудала, лица нет. Вот. Что это за материал? Может, шубку? Как думаешь? Какую шубку? Ты чего? У нас ни одна приличная баба без шубы из дома носа не высунет. Да и в Москве сейчас он зимы такие же. Ну ладно, это потом разберемся. Ты мне лучше скажи, почему ты одна? Где жених? Какой жених? Знаем, какой. Поди по Москве за преступниками бегает. Ну ничего. Пусть бегает за преступниками, а я за ним. Должен я хоть одного зятя до свадьбы увидеть. Папа, какая свадьба? Какой зять? Да нужна еще. Ты мне лучше скажи, ты как к нам? Надолго? Ну как решишь, не знаю. Я сейчас человек свободный. Пенсионер. Я пойду. Эй, а дедушка теперь с нами будет жить? Так. Ей исполнилось всего 9 лет, но представьте себе, живет она там совсем одна. Мама, когда мне исполнится 9, я тоже буду. Шу. Глаза закрыты, рот на замке, а то не буду читать. Угу. Так, никто не гонит ее спать в самый разгар игры. Никто не заставляет пить рыбий жир, когда хочется есть конфеты. Прежде у Пеппи был отец, и она его очень любила. Но однажды во время сильного шторма огромная волна смыла его в море, и он исчез. Но Пеппи была уверена, что в один прекрасный день ее папа вернется.
Алло. Инга, здравствуйте. Простите, что так поздно. Это Анна. Анна Звонцова. Мы с вами сегодня общались. Да. У вас случилось что-то? Вы правы. Я согласна. Только, пожалуйста, давайте покончим с этим как можно скорее. Конечно. Завтра? Вам удобно завтра? Во сколько сможете? В 11. Отлично. До свидания. Сегодня суббота, мам. Как суббота? Суббота сегодня. Вот. Алло, Миш, слушай. Я на встрече, не могу говорить. Олег, слушай. Сегодня ты, никак, это... извини. Алло, Денечка, доброе утро. Доброе. Разве что через пару часов. Вероника Степановна, ну где вы? Мам, а почему мы с дедом не можем остаться? Точно. У нас же дед. Вот вам и дед. Вас то шуб одет. Точно, он, наверное, тебе поехал шубу покупать. Ох. Давайте есть. Быстро. Зайцы, а вы с холодильника ничего не снимали? Нет. Бумажку такую белую. Я ругаться не буду. Да нет, не снимали. Допрос свидетелей занимает первое место в перечне следственных действий по сбору доказательств. У нас, конечно, с вами не допрос. Ну, раз уж такая тема пошла. Представьте, что перед вами свидетель, который обладает важной информацией, по мнению следствия. Ваши действия? Надавить? Ну? Припугнуть. Вывести из психологического равновесия? Угу. Только удостоверить личность? Записывай давай. Разъяснить права. Ну и предупредить об ответственности за отказ и уклон. И выдачу ложных показаний. И только потом... Надавить. Припугнуть. Вывести из психологического равновесия. Молодцы. Идем дальше. Вы говорите, есть только способы психологического давления не подозреваемого. С такой огромный опыт. Хорошо, да. Так, девчонки, давайте все. Увидимся. Все. Все. Счастливо. Вы? Здрасте. Здрасте. Егор, значит. Егор? Рад. Очень рад. Угу, взаимно. Давно ждете? Да ерунда. Ну что, боец, мы где-нибудь посидим, покумекаем, о жизни своей расскажешь, о планах. А ты из Инги слова не вытащишь. Как там у вас, что? Это ничего, что я сразу на «ты»? Ничего. Я, признаться, подумал, у вас ко мне профессиональный вопрос. По телефону вы сказали… Я о профессии тоже твоей поговорим непременно. А то что же это? Следователь. За семейной жизнью, прямо скажем,
случай не совсем подходящий. Ты вообще о будущем своем задумывался? Это допрос? С пристрастием. Как у вас там говорят, все, что сказано, может и будет использовано против вас. Че напугался? Да шучу я. Я так и понял. Давайте, давайте. Не отстаем. Вперед. Молодцы. Заползаем. Отлично. Николь, только одну конфету, поняла? Угу. Марк, не урони там ничего, пожалуйста. Да? Алло, алло, Анна, здрасте, это Инга. Вы, наверное, уже на подходе, да? Кажется, вы ошиблись номером. Подождите, подождите, я понимаю, это очень для вас трудный шаг. И... Не поняла, что сейчас было. Николь, не прыгай на диване, пожалуйста. Алло. Не смейте больше звонить по этому номеру. Что за навязчивость? Вы не понимаете русского языка? А голос, Гена, ты бы слышал его голос? Как будто я какая-нибудь телефонная террористка. А я на самом деле там позвонила пару раз всего. А что мне было делать? Вот она мне звонит посреди ночи, плачущим голосом назначает встречу и не приходит. А сейчас знаешь, что происходит? Сейчас он сидит над ее телефоном и пасет все ее звонки. Я знаю этот тип мужчин. Да тем более, угомонись ты уже. Ты не мать Терезы. Да, ты мать. Мать троих детей, на которых у тебя постоянно не хватает ни времени, ни сил. Ген, ну не начинай. А я и не начинаю. А я не начинаю. Своей жизнью займись. В конце концов, ты же, ну, я не знаю, не скорая помощь, чтобы приезжать по первому звонку, и не полиция. Это просто тупо опасно. Полиция. Ну, конечно, Ген. Слушай, закинешь их домой, ладно? А, ребята, пока. Пока, мам. Ты меня вообще слушаешь? Да слушаю я тебя, слушаю. Там как раз сейчас папа должен прийти. Какой еще папа? Ну... Твой папа? Угу. А он что, приехал? И надолго? Это я не знаю. В морозилке котлеты, накорми их, ладно? Я сам тоже можешь одну котлетку съесть. Все. Пока, спасибо, Ген. Так, собираемся, дождь начинается. Нет. Нет, Инга, нет, нет. Ну почему ты сразу говоришь нет? Потому что это незаконно, как минимум. На каком основании я должен запрашивать ее данные? Ну я не знаю, придумай что-нибудь, пожалуйста. Мне просто очень нужно ее найти. Чтобы что? Ты сколько по времени ее видела? 5-10 минут? Может, она тебе наврала? Или, не знаю, попала в аварию, упала неудачно с лестницы. Оттуда, кстати, и синяки. Может быть, и нет никакого мужа в помине? Очень интересно, а с кем я сегодня разговаривала по телефону? Это первое. Второе, зачем ей было мне врать? Вот ты хоть одну причину можешь придумать? Хорошо. Допустим, что это правда. Как ее звали? Анна Звонцова. Допустим, Анна Звонцова является жертвой насилия. Угу. Но это же не первый раз не случается. Почему обязательно с ней должно что-то произойти? Ну как? Получается, что она пропала как раз после того, как она решилась уйти от мужа, который ее всю жизнь бьет. Стоп, пропала? Хорошо, давай определимся, что значит пропала. Перестала отвечать на твои звонки. Может, она просто передумала? Ты знаешь, сколько таких женщин приходили ко мне с заявлениями, со снятыми побоями? А потом умоляли не давать ход делу. Пожалуйста, я люблю его. Он обязательно изменится, обязательно. Сейчас. Да, Кирюх. Консьержка? Которую мы искали по делу Кофтона. Ну? Да, буду, буду. Поняла? Мы с Мишкой, я тебе говорила, жили в загородном доме там. Такой вполне приличный коттеджный поселок. Ну, конечно, слышимость не как в квартире. Заборы по 2 метра. Но ты представь, мне понадобился целый год. Год.
чтобы понять, что у наших соседей, которые жили рядом с нами, совсем не все так гладко, как казалось. Я помню, соседка всегда носила кофты с высоким воротом, даже в жару, черные очки в пол лица, всегда много макияжа. Она не жаловалась, не просила о помощи, была всегда мила и приветлива, но все, в том числе я, понимали, что происходит, и ничего никто не сделал. Но однажды ее муж двинул ей так, что она больше не встала. И вот это чувство вины, что я прошла мимо, ничего не сделала. Я прошу тебя, Егор, помоги мне ее найти. Инга, я правда понимаю, что ты хочешь искренне ей помочь. Твой альтруизм, он неизлечим. Он бесит и восхищает одновременно. Пойми, нельзя открывать дверь с ноги в чужую жизнь. Теперь я понимаю, в кого ты. Вся в отца. Яблоко от яблони недалеко падает. Я сейчас не поняла, при чем здесь папа? А ты не в курсе? Ну, наконец-то. О, здрасте вам. А что ж ты не сказала, что Юра приехал? Кто бы знал, что вас это волнует, Вероника Степановна. Ой, дети сыты, овцы целы. Я у тебя здесь немножко похозяйничал, так что спасибо, можешь не говорить. Ну, почему ж спасибо большое. Геночка, тебе тоже, наверное, пора уже, да? А мы еще не закончили с тобой. Хорошо. Нет, закончили. Ладно. Хорошо. Ну, ты не стесняйся. Заходи, если что. Знаешь, где меня искать. Я им не стесняться. Mm-hmm. Да я тебя умоляю. Хорошо. Варенье в холодильник поставь. Ладно. Ничего не хочешь мне сказать? Это ты мне не хочешь сказать? Где это прописано так, что отцу нельзя интересоваться жизнью единственной дочери? Интересоваться, папа? Это значит вежливо спросить, как у меня дела. То, чем ты сейчас занимаешься, это прости, пожалуйста, значит, лезть не в свое дело. Я бы сама тебя с ним познакомила. Но когда бы я сочла нужным? И сколько мне было нужно ждать? Тебе семью нужно строить, дочка. Подумай о себе и о детях. Ты, между прочим, знаешь, сколько получает этот журавлик твой? Это плюнуть и растереть. А мотоцикл в этот, это... Взрослый вроде мужик, а все... Слушай, я раньше каким-то чудесным образом ведь обходилась без твоего одобрения, правда? Именно. И чем это закончилось? Что у тебя за жизнь? Три брака, три развода. Скачешь, как стрекоза. Расставание и встречи. Нашла чем заняться. Это моя жизнь, папа. Моя. И я сама решаю, как мне с ней обходиться. Мы тебя не для того учили, чтобы ты целыми днями бегала по улицам и решала чужие проблемы. Тебе что, своих не хватает, что ли? Ни нормальной работы, ни мужика! Хватит, папа! Вообще за себя не ручаюсь. Знаете, до сих пор не могу в себя прийти. И как она так упала? Сама? Нет? Такой мальчик хороший. Сынок у нее остался. А муж какой? Петя. Ой! Знаете, почему они разъехались, не пойму. Не живут вместе уже давно. Такой
и вежливые, и поздороваете всегда, и улыбчивые. Ирина Павловна говорит, что же вы все сидите? А я говорю, ну сижу, милый, а что? А вы бы по лестнице походили. Туда-сюда, туда-сюда. Для сердца очень полезно. Ну вот она, лестница-то, боком вышла. А вот приструнили бы его сразу. Глядишь, и девка живой осталась. Так, давайте с этого момента поподробнее. Значит, кого это мы приструнить не успели? Супруга? Ну что вы, я же вам говорю, бог с вами. Он отличный парень. Это мужик из 99-й. У Людки что, поселился недавно. Вот он, противный такой. Ой, господи, прости, они с покойной Мырзикой ругались, просто собачились, кто ни день, как кошка с собакой. Чего? Он выйдет на площадку и курит без конца. Вонь такая стоит, что на весь подъезд, а у нее же дитё малое. Но она ему один раз сказала, второй раз сказала, третий раз сказала. А он, знаете что? Будешь гавкать, я тебе с лестницы спущу. Вот сам слышала, ей-богу. От какой, вы говорите, он квартиры? 99-й. Так ведь соседка, которая тело нашла. Из этой квартиры. Ты только сейчас это понял? А я как услышала, что с Настей случилось, сразу подумала на него. Ну как же, станет он вам сейчас открывать, подлец. Хвост прижал. Мы повесткой вызовем. Вы не волнуйтесь, найдем. Ну говори четче, кто что? Дед, ты кто? Английским, говорю, с ним позанимайся. И никакого фастфуда. Да, это, кстати, всех касается насчет фастфуда. Все, всем пока, хорошего дня. Всех люблю. Пап, ты встаешь? Обиделся, что ли? Пап, спишь? Привет. Здорово. Отец дома? Спит еще. Давай, забирайся. Давай. Зачем? Информация о твоей барышне не так уж и много. Смотри. Анна Сергеевна Звонцова. В девичестве Калинина. Mm. 29 лет. Ага. Родом из Подмосковья. По профессии... Пошли, пошли. Значит, по профессии маркетолог. 5 лет назад вышла замуж за бизнесмена Владимира Звонцова. И муж на тот момент было чуть больше 50. Адрес. Адрес вот. Одеваюсь, одеваюсь. Знал старика. Вы далеко уехали, нет? Возьмите с собой. В Москву мне покажешь. Посидим, поболтаем. Тут все так изменилось, знаешь, не узнать. У меня к тебе разговор есть, Мишенька. Важный. Ничего себе. Живут же люди. Ты уверена, что она хотела отсюда бежать?
Здрасте. Журавлев Егор Степанович, следователь органов внутренних дел. А вы, я так полагаю, Владимир Звонцов. Допустим. Чего без отторжения? Мы хотели бы поговорить с вашей женой. Вы не волнуйтесь, это недолго, буквально пару минут. Ее нет. Она гостит у родителей. И с вашей стороны было недальновидно приезжать сюда без звонка. А что, собственно говоря, понадобилось вам? Органы внутренних дел от моей жены, тем более выходной день. Ну, вообще-то, знаете, я ей звонила, причем неоднократно. Но после того, как вы мне в трубку рявкнули, больше не звоните сюда, то... Так это вы звонили. Откуда у вас ее номер телефона и кто вы вообще такая? Вот. И будьте, пожалуйста, так любезны, попросите ее перезвонить мне. Агентство встречи и расставаний? Что за чушь? Ну ладно, хватит, мне надоело. Я прошу вас покинуть мой дом. И не заставляйте прибегать к услугам охраны. Я же говорил. Господи, а что я такого сказала? Ты слышал? К родителям она уехала. Как же? Как он вообще вступил с нами в диалог? А, кстати, на все вопросы ответил четко и ясно. Ты что, поверил? Егор, господи, ну это же просто смешно! Знаешь что? Хватит. У меня сегодня законный выходной, на который были свои планы. Скажи, а что мне нужно сделать, чтобы ты была довольна? Ну, пробить телефон ее родителей, например. Тогда мы точно будем знать, там она или нет. Угу. Знаешь что? Я уже жалею, что повелся на твои уговоры. Едешь, нет? Сама доберусь. Охрана, запомнили те, кто сейчас здесь был? Да. Больше их не пускать. Хорошо, Владимир Сергеевич. Могут быть обиды. Ага. Тебя когда ждать? Передам, накормлю. Хорошо. Мама, это точно носить не будет. Ни за что. Берем. Терминал принесите. Уважаемые пассажиры, жизнь современного человека уже невозможно представить без таблеток, лекарств и докторов. Да, когда-нибудь мы все заболеваем. Но вместо того, чтобы довериться натуральным лекарственным средствам, мы идем в аптеки. Где нас пичкают и пичкают дорогостоящей химией. Еще Мольер говорил, что
что не от болезни, а от лекарств умирают люди. Но выход есть. Стой! Стой! Держите! Держите его! Стой! Целим и спать. И эта женщина называет меня безответственным человеком. Меня. Ну, Панкташ, никогда не была в числе сильных сторон. И все же говорила к 9, но никто же ее за язык не тянул. Ну, загуляла, затусила. Господи, что за драма? Да знаем мы, где она, как ты это говоришь, затусила. И даже знаем, с кем. Тем более, было бы о чем волноваться. А кто волнуется? Я, что ли, волнуюсь? Я просто возмущен. Не более того. Послушайте, ну какой пример она нашим детям подает? Телефон не берет. Ходит черт знает где. Это, ребятки, называется показательный номер. Дескать, не вмешивайся, папа, в мою личную жизнь, а я сделаю так, как хочу. Что в 5, что в 15, что в 30. Ничего не меняется. Ладно, вернется. А как мне их укладывать спать? Ну, напомните вкратце. Ничего, зубы. Пижамы. Сказка. Ладно, ребят, все, пора по домам. Угу. Ну да. До метро подбросишь? Я по Кольцевой. Удачи с внуками. Сначала зубы. Сказка. Слушайте, вам обязательно сказку надо читать? Такие здоровенные лбы. Может, сами как-нибудь? Угу, без вариантов. Ночью нам не уснуть. Значит так. Ноги в руки и по кроватям. Если успеете уснуть раньше меня, завтра всех веду в кино. С меня газировка и тазик попкорна. Слышали? Круто! Николай Петрович Терентьев, 42 года, временно безработный, осужденный по статье 119 условно. Давайте без дураков. Нам известно, что у вас был длительный конфликт с погибшей Анастасией Кофтун, который сопровождался угрозами с вашей стороны. Да какие там угрозы, вы чё? Будешь гавкать, спущу с лестницы. Говорил? Ну, говорил. Мало ли, ещё по пьяни ляпнешь.
Или столкнешь. Да не трогал я эту дуру. Пальцем не трогал. Дома сидел, телевизор смотрел. Слушай, а что ты хочешь, а? Отпечатки, ДНК, так на, бери. Только не трогал я ее, понял? И ты на меня это не повесишь. Лоб не морщи. Свободный пока. Бывай. Зачем? Блин, Журавлев. Такой кандидат. И угрожал, и судимый. Ну, поднажал бы на него. Да. Поднажми, попробуй такого сломай. Так. Так, 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 так. Что? Что было в ее сумочке? Значит, документы, косметичка. Кошелек, где деньги и карты. Да? Сколько он без работы? 6-й год. Ну вот, как ты думаешь, если бы он понял, что кофта он мертва, неужели бы он не заглянул бы в кошелек? Ну, не то это. Алло? Что значит нигде нет? А почему вы мне вчера не позвонили? С какой стати она должна у меня ночевать? Кирюх, заберешь денег, поможешь? Данила ее в школу отправил. Этих оставил дома. Сказал, что мама ушла по делам. И будет скоро. Давайте еще раз пройдем спокойно по фактам. Я с ней расстался в 3 часа дня. Кто-нибудь после этого связывался с ней? СМСки, звонки. Ну, она потом мне сама позвонила. Около 5. Сказала, что будет поздно. 5:18:05. Вот, 18:05 она написала СМС, что дома будет к 9. Я написал в ответ хорошо, но тишина. А после этого, когда она не приехала домой ночевать, у вас ни у кого не ёкнуло, нет? Нет, мне просто интересно. Пропал человек куда-то. Подожди, ты сейчас пытаешься нас всех здесь сделать виноватыми? Мы, между прочим, все здесь присутствующие думали, что она с тобой. Со мной? Да. И вообще, знаешь что? Не сейчас. Ну как не сейчас? Я ему все скажу, скажу, что думаю. Как только ты появился в ее жизни, начались только одни проблемы и неприятности. Да, и папа со мной согласен, и вот эти вот двое. То есть во всем, что случилось, виноват я. Но кто? А тебе не кажется, что... Мне не кажется. Хватит. Мы все хотим одного, найти Ингу. Может, подумаем, как это сделать? Подумайте. 17 часов. А знаете, что может случиться с человеком всего лишь за 5 минут? Хотите, расскажу? На диван, сейчас я воды дам. Беда, ребятки. Допрыгалась. Сердцем чувствую, с ней что-то случилось. Держите. Алло? Алло, здравствуйте. Могу я услышать Егора Журавлева, кажется, так? Журавлев, это я. Управление Министерства внутренних дел по Наро-Фоминскому району. Следователь Ордынцев Николай Павлович вас беспокоит. Тут дело такое, даже не знаю, как сказать. Одним словом, вы не могли бы подъехать к нам в отделение? Чтобы что? Ну, вроде как на опознание. У нас тут тело найдено женское. Хорошо. Понятного. Вызовите скорую. Звонил.
Нашли на обочине в зарослях. ДТП или вроде того, непонятно пока. Нет ни документов, ни телефона, ни сумки. Так что на вас и надежда. Нас во время учебы один раз в морг гоняли. Естественно, не по себе как-то. Ну, вы не могли бы, сами понимаете, на мне еще протокол постановления, столько писанины. Вы с выводами не торопитесь. Сами понимаете, травмы там, посмертные изменения. Быстро вы. Ваша, не ваша? Ну, в смысле, знакомый, нет? Знакомая, но не моя. Не понял, расшифруйте. Похоже, вы нашли тело Анны Звонцовой. Как вы сказали? Анна Звонцова? Спасибо за помощь. Подвезти? При каких обстоятельствах вы с ней познакомились? В смысле? Вас не учили, как правильно работать со свидетелями? Учили. Просто прежде, чем отправить меня в Москву, я бы на вашем месте поинтересовался, откуда я ее знаю. При каких обстоятельствах мой номер телефона оказался у нее в кармане? И кто такая Инга Хвостик, чью визитку вы нашли на месте убийства? Как вы познакомились? И вы после этого себя еще полицией называете? Ой, полегче на поворотах. Вы заявление о краже написали? Написали. Я у вас его принял? Принял. Значит, будем искать. Ну что же мне вас еще домой с мигалками сопроводить? Или эту, по пути, дорожку ковровую постелить? Ну а мне что теперь делать? Пешком, что ли, до Москвы топать? Я вам говорю, у меня ни денег, ни документов, ни связи, ничего нет. Так вы трубочку снимите, а там связь. Да не помню я номеров, я вам объясняю. Слушайте, ну вы же можете хоть что-то. Не могу. А если... От вас в нормальную полицию звоните. Это как? Тоже 02? Да хоть 03. Ну что, мой номер телефона у вас есть, так что если вдруг будут какие-то вопросы, звоните. Хорошо. Простите, одну секунду. Да, Кир? Алло, здорово, Егор. Только не говори. Тебя тут Инга искала. Да откуда мне знать, как она там оказалась? Да, я прикрою тебя, я же обещал. Слушай, думаю, еще разок по квартирам пройтись. Как считаешь? Давай потом с тобой разберемся. Смотри, я тебе сейчас попытаюсь прислать фотографии тела, обнаруженного в Подмосковье. Мне нужно, чтобы ты показал кое-какому человеку. Владимир Звонцов. Лично в руки. Угу. Все понял. Справишься? Понятно. Давай. Подключил всех, кого мог. Даже пытались по телефону пробить, но пока ничего. Но главное, не нервничайте. Ты правильно, Гена, подметил. С этим Журавлевым у дочери одни проблемы. Как беда, сразу в кусты. Да нет, я думаю, что он делает все, что в его силах. Ну как же. Работа у него, слышал. Эх, ребятушки, милые. Миша. Да. Одна надежда на вас. Вот помру,
А это кто тут помирать собрался, а? Инга. Ты что делаешь? Смотрят. Вообще, кстати, да как быстро так меня нашел? Ты телепортировался, что ли? Все схватится. Только что попасть пробили. Муж ее вчера в розыск объявил. Там фото есть ее. Ну, это точно она. Ты что, блядь? Ну, долго объяснять. Набери сначала отцу. И вы ее больше не видели? Надо же. В розыск успел объявить. После пары часов, как он нас выгнал, засуетился. Егор, а что, если это все из-за меня? Опять же сунул розыск в свое дело. Если ничего бы не произошло, если бы не я. Так, стоп, послушай меня. Тебе точно не в чем себя винить. Дело вам говорят. Обычно ДТП. Знаете, сколько пьяных у нас по дорогам гоняет? Суббота, вечер. Пять смертельный наезд. Откуда такая уверенность? У вас есть отчет по вскрытию? Вы точно знаете причину смерти? Где вы ее обнаружили? Без документов, без вещей. Что она вообще там делала? Просто решила субботним вечером прогуляться? Ну, вот именно. Хватит гадать на этой чайной заварке. Или как там? Кофейный. Да. Он меня никогда не отпустит. Вот она прям так мне и сказала. Ну что вы сидите, смотрите на меня? Вы пишите. Пишите, он меня никогда не отпустит. И я требую, чтобы это было внесено в мои показания, потому что это имеет самое прямое отношение к делу. ДТП, конечно. Ее убили меньше, чем через сутки после того, как она решила уйти от мужа, который годами ее избивал. Это что, совпадение, что ли? Извините, на секундочку, можно вас? Извините. Егор, пожалуйста, не говори мне, что от этих людей зависит, сядет Звонцов или нет. Я бы им даже поиск своей сумки не доверила. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Инг, это не мой участок, это вообще не Москва. Вот. Ну, убийство в Москве. Вот это еще не доказано. Надо копать, и будут доказательства. Нельзя, чтобы это сошло ему с рук, понимаешь? Ага. Хочешь, я расскажу тебе, чем закончилась история с моей убитой соседкой? Ее мужу дали 2 года условно. Превышение необходимой самообороны. Хотя все знали, что это не так. И тем не менее. А через год он снова женился. И как ты думаешь, какова вероятность, что он сейчас то же самое проделывает со своей новой женой? Вы позвольте задать вам еще один вопрос. Угу. Ваша дочь была объявлена в розыск только вчера. Скажите, а почему же вы не объявили тревогу в субботу, когда она не доехала до вас? Раньше она вообще без всяких звонков приезжала. У нас тут со связью не очень. Угу. Володенька позвонил, дозвонился к нам только вчера. Говорит, как добралась, когда домой. Угу. А когда он вам позвонил, вы не помните время? Вечером. Поздно. Спать собирались уже. Так и не уснули потом. Ладно, извините. А скажите, а как она к вам добиралась? Общественным транспортом или такси? С водителем сразу. А потом, когда права уже получила, тогда сама. Володя,
машину ей как раз дорогущую подарил. Угу. Еще раз извините. Миллионов, а? Ты подумай, а? Не знаю, как у вас в Москве, а у нас так 3 квартиры можно на эти деньги купить. Это сколько «Жигулей» получается? Пробейте номера по базе и срочно в розыск. Еще, результат экспертизы когда обещают? Поймите, до тех пор, пока мы не поймем, от чего... Не мы, а я! Хватит тут командовать, дальше сам как-нибудь разберусь. Чего-чего? Сам как-нибудь? Серьезно? Да вы вообще без нас... Послушайте, здесь не конкурс и не соревнование. У нас у всех одна цель — понять, что случилось. А что-то непонятно. Нападения с угоном машин-то нет. 6 миллионов, а? Да вы понимаете, что то, что нет машины, это просто жалкая попытка запутать следствие. Это вообще никакая не версия. Вот что это такое. Все. Да вы послушайте. Все, все, пойдем. Все, все, в порядке, не волнуйся. Егор? Егор, это тот парень из электрички с моей сумкой. Стойте, ребят, стойте! Стойте! Вот этот парень у меня вчера сумку украл в электричке. Ну, вы меня видели, я у вас там целую ночь сидела. Я сидела в электричке, рядом сумка лежала. Я в окно просто отвлеклась, потом поворачиваюсь, а он с моей сумкой уходит. Понятно. Я за ним побежала. Парни, разворачивай меня. Да. Так, ну-ка, ну-ка. А почему ты к нам редко так приезжал? Молодой был, глупый. Не знал, как много теряю. Молодой? Как ты можешь быть молодым? Ты же дед. Дед, дед. Мама, привет! Зайцы, привет, привет, мой маленький. Из рук в руки. Целости и сохранности. Привет, пап. Короче, Ваня, получил очень хороший... Пойдем, провожу. Да ты что? Ну-ка, пойдем, покажешь свой сейчас, подарок. Пошли, давай. Как вы себя чувствуете? Что сказал доктор? Спасибо, еще поживу. Ну, слава богу. Пока я живу, я не позволю, чтобы моей дочери морочили голову. Ей нужна семья. Нормальная семья. То, что ты ей никогда не сможешь дать. Ну, это уже не вам решать. Для начала могли бы сказать спасибо. Думаешь, я не смекнул, что это с твоей подачи она в это дерьмо влипла? Спасибо. А за что? За то, что нашел ее? Попробовал бы не найти, я бы с тобой не здесь разговаривал, не так. Оставь ее в покое. Жалей старика. Я не переживу, если с ней еще что-нибудь случится. Кашу. Ну, потому что, малыш, в жизни должно быть хоть что-то постоянное. Вот каша, например, зубы, домашка, школа. Смотрите на меня так. У нас под Новый год даже селедка предпочитает носить шубу. Пап, ну куда я в этом?
На работу, что ли? В метро? Ну, намек понял. Подыщем тебе машину. А там, глядишь, и работа получше найдется. О, Журавлев, привет. Кого там шеф, кажется, ищет. А? Ты где вчера пропадал? Так точно. Понял. Примем все необходимые меры. Заходи, заходи. Ты что же ты делаешь? Под монастырь меня решил подвезти? Не понял. После пропажи своей супруги Звонцов вчера всю Москву на уши поднял. Все свои связи поднял, а там генералы, ФСБшники, там черт знает кого только нет. Теперь мы без их ведома чихнуть не сможем. Так а мы тут при чем? Дело-то... Наше. Наше теперь это дело. Что застыли? За работу? Орлы. Завтра жду первый отчет. Почему завтра? Сегодня. Оперативность. Это же ваш конек. Какие мысли? Слушай, я вчера после твоего звонка покопался в биографии Звонцова. Так. Не знаю, поможет нам это или нет, но это не первая жена, которую он хоронит. Это как? А вот так. Лет 5 назад его первая супруга выбросилась из окна. Тогда это списали на суицид. Дело не заводили. Угу. Там суицид. Тут бандитский угон. Со множественными ударами по телу и голове. Думаешь, он бы смог? Не знаю. Помнишь сказку про Сеню Бороду? Угу. Как бы нам с тобой не пришлось столкнуться с современной трактовкой. Почему вы мне не перезвонили? Видимо, люди, на которых снизошло богатство, рассуждают иначе, чем простые смертные. Почему, собственно, я должна была вам перезванивать? Я вообще считаю небезопасным с вами общаться. На всякий случай, знаете, что я очень громко умею кричать. В отличие от убитой вами жены. Да что? Что вы знаете? Я знаю гораздо больше, чем вам хотелось бы. Зачем вы сюда пришли? Боитесь, что я буду давать против вас показания, а я буду это делать. Точнее, уже. И, пожалуйста, не надо сейчас разыгрывать здесь убитого горем мужа. Я все знаю. Я знаю, как она вас боялась. Она приходила ко мне сюда. Говорила, что хочет от вас уйти. И именно в тот день, когда она наконец решилась это сделать, ее тело находит выброшенным на обочине. Просто как ненужную вещь. Господи! Что же она натворила? Что она натворила? Прости, не могу говорить. С кем ты встречалась? Инга, какого? Да он сам пришел. Чего ты кричишь? Егор, выслушай меня, пожалуйста. С ним явно что-то не так. Он был очень странный. Ну, понятно, хорошо. Давай потом обсудим. Я не пытаюсь от тебя... Какие успехи? Никаких. Отсмотрел все с 5 почти до 8 часов вечера. Она не могла проскочить мимо этой камеры. Смело мотай вперед. Ну, давай, давай. Дай сюда. Смерть наступила примерно в 8. Час на то, чтобы более-менее прибраться и погрузить тело в машину. Плюс час, чтобы добраться до этой развязки. Откуда? Оттуда. Да ладно. Да ладно. Уже? Слушай, получается, подтверждается теория синей бороды?
Не факт, конечно, что спустя 3 дня мы здесь что-то найдем. С его ресурсами он здесь не только может следы затереть, но и ремонт сделать. Так что, Кирюх, да? Смотри в оба. Молодые люди, а здесь Званцовы живут. А вам кого? Анну. Анну? Придется довольствоваться мной. Давай. Сам успешусь. Ничего себе. У таких людей, говорят, ни стыда, ни совести. Жену не успел похоронить. Дурак, это дочь. Да? Да. Здрасте. Собственно, я только месяц назад как в Москву вернулась. Пока в моей квартире идет ремонт, приходится жить здесь. Простите, у вас не будет зарядки для телефона? Нет. А в субботу? Нет, я была у подруги. Не хотела сюда возвращаться. Ну, знаете, скандалы там. Мы, если честно, не очень с ним ладим. Собственно, ничего интересного. Обычные отношения отцов и детей. Возьмите, пожалуйста. Mm-hmm. Вы не против, если я похожу по дому, осмотрюсь? Пожалуйста. Конечно, я не знаю, что вы собираетесь там найти. Мало ли что. А у вашей, как это называется? Мачеха. Да. Так вот, были ли у нее какие-нибудь проблемы? Враги? Одним словом, мог ли кто-то желать ее смерти? Ну, наверное, об этом лучше спросить отца. А можно я запишу ваш номер телефона? По работе. Если у нас появятся какие-то вопросы, я вам обязательно наберу. А если не появится? Не позвоните? Простите за прямоту, но, к сожалению, я не могу не задать вам этот вопрос. Скажите, а ваш отец когда-нибудь поднимал руку на свою жену? Он ее бил? Да. Понимаете? Да, со мной. Вы когда-нибудь замечали следы насилия на ее теле? Возможно, но я... Синяки, ссадины. Я... Вы уверены? Ага. Едем. Едем, едем, едем. Всего доброго. Сидит уже второй час. Сказал, что говорить будет только с вами. Мне сегодня сказали странную вещь. Мне сказали, что человек, на которого снизошло богатство, рассуждает не так, как простые смертные. Но это неправда. Вы приехали, чтобы сообщить мне это? Да не так, мысли вслух. Вы же знаете, для чего я приехал.
признаться в убийстве своей жены. Вот подфартило так подфартило. Да уж, неужто совесть мужика замучила? Вы бы видели лицо шефа. Я бы премию отдал, чтобы на это посмотреть. Ну что, по домам? Или отметим? Не каждый день такая удача. Давайте. Давай. Привет. Чего с телефоном целый день не могу дозвониться? Неважно. Хорошо выглядишь? Это папа. Белка. С папой легче согласиться, чем что-то объяснить. Слушай, ну со Звонцовым-то действительно что-то не так. Я прям не могу это выбросить из головы. Пора бы уже. Дело закрыто. Что значит закрыто? Все это странно, Егор, очень странно. Зачем он признался? У тебя ведь на него даже ничего не было. Я тебе говорил, то, что мы нашли у него дома... Я тебя умоляю, обыск без ордера в отсутствии хозяина. И вообще, почему он не вычистил дом? У него было полно времени, главное, зачем он пришел сам? В этом нет никакого смысла. Ты же сама этого добивалась. А теперь хочешь, чтобы его вытащили из тюрьмы только потому, что в его поведении отсутствует здравый смысл. Нет, ну ты, как следователь, все равно должен... Что я должен? Что? Идти и выслушивать, что я профнепригоден? Здрасте, приехали. Может, я еще и следователь плохой? Я этого не говорила. Егор, что с тобой? Ничего. Устал. Надоело. Что бы я ни делал, одни претензии и упреки. Кругом! Кругом претензии и упреки. Все знают, как мне жить, как мне работать. Надоело, устал. Ну, извини, какой есть. Может быть, я еще и... Правда тебя недостоин? Ты о чем вообще? Ни о чем. Здравствуйте. Что-то у вас на столе. Да-да-да. Да, Егор Степанович. Бывает в нашем деле и так. А про кофту что? Проверяем версию относительно причастности мужа. Здрасте, бывшего. Оказалось, у него тоже был мотив. А, значит, опять муж. Так, а ты же, по-моему, у нас не женат? Нет. Мой тебе добрый совет. Так, держать. Держать так. Здорово. Где материал по кофтам? Кирюха! Кончай трепаться, где материал по кофтам? Гор, ты чё? Вот что не так. Как кофта могла закрыть дверь в квартиру, если при ней мы не обнаружили ключи? Так это же все меняет. Это меняет то, что там был еще кто-то. Тот, кто должен был закрыть эту дверь. Да, вы правы. Дверь не из тех, что можно просто так захлопнуть. Без ключа никак. У кого еще имеются такие ключи? У Насти были, у меня всего два комплекта. В таком случае у вас большие проблемы. Вы держите ключи, которыми была заперта эта дверь. После смерти вашей жены. Я уже вам говорил. Вы ошибаетесь. Я был дома. В Отрадном. Можете спросить моей мамы. Петя пришел домой сразу после работы.
Я приготовила ужин, пожарила куриные ножки. С макаронами, с рисом. Господи, да не помню я. Это был для меня обычный ужин. Потом мы пили чай, поиграли немного, ну и стали укладывать Сенечку спать. Помыл, причесал. Я почистила ему зубки. Три сказки Носова прочитали. Потом почитала две главы из Винни-Пуха. Потом пожелал сыну спокойной ночи. Пошел спать. Это все. Уютно. Складно рассказывайте. Но в соседней комнате мне рассказали совершенно другую историю. Как считаете, почему? Потому что ее самой не было в тот вечер дома. Потому что она мне сказала, что меня заподозрят. Что мне не поверят. Что лучше будет, если скажем, что она была дома со мной. Она позвонила и сообщила Пете, что выходит замуж. И вместе со своим новым мужем и с моим внуком уезжают жить за границу. Ей нужно было получить согласие на вывоз ребенка. Я просто хотела поговорить. Она не имела права увозить моего внука. Я не думала, что так получится. Ваш сын мог просто не дать своего согласия, и все. Но он же его уже дал. Так какого лешего вы полезли не в свое дело? Вы лишили родного внука матери. Вы понимаете, что вы сделали? Вот тебе и материнский инстинкт. Если у меня когда-нибудь будут дети, напомни мне. Особо не лезть в их дела. Старые английские законы предписывали вознаградить женщину, когда от нее отказывался мужчина. Но мы с вами не в Англии, поэтому единственное, что вы получите в знак расставания, это вот это письмо. Мам, подожди, не успеваю. Давай еще раз. Можете помочь чего? Да нет, спасибо. Я же теперь женщина свободная. Времени навалом. На чем мы остановились там, Дань? Когда мужчина отказывался от нее. Ага. Дань, прервись на минутку. Можешь мне поговорить с ним? О чем, пап? Нет, я, конечно, не подарок, но это же не значит, что со мной можно вот так. Доченька, милая. Я ж как лучше хотел. Ну, может, я в сердцах что-то лишнее ему и ляпнул. Ну, а вдруг это к лучшему? Ну, сама подумай. Не пара он тебе. Я даже слов подобрать не могу. А со мной это редко случается. Доченька, я ж как лучше. А откуда? Ты
папа, знаешь, как мне лучше. Личную жизнь мою решил устроить. А где ты раньше был? Когда я замуж выходила? Когда я детей рожала? Когда я разводилась? Тебя никогда не было рядом. Ты жил своей жизнью. И заметь, я никогда не ставила тебе этого упрек. И в этом доме всегда были тебе рады. До этой самой минуты. Эй, привет, бойцы! Юрий Семенович, Юрий Семенович, осторожно, осторожно. Инга! Инга! Пап. Тебя вот Марк передал. Он вообще-то без него не спит, но сказал, что тебе нужнее. Я знаю, что ты хочешь как лучше. Но просто я уже давно выросла, пап. Я давно сама принимаю решения, сама за них отвечаю. И сама делаю ошибки. Варила, ты не забывай. Я всегда на твоей стороне. Здравствуйте! О, лежит. Живой. Ну, подлец. Ой, у меня у самой чуть приступ не случился. Я всю ночь глазки сомкнула. Егор! Егор, я, кажется, поняла. Я поняла, почему он признался. Почему? Смотри, он несколько раз повторил: «Господи, что же она натворила?» И я-то, конечно, сразу подумала, что он говорил про жену. Ну а что, если это не так? Не понял? Ну что ты не понял? Он признался для того, чтобы защитить любимого человека, пока вы там до чего-нибудь не докопались. Господи, что же она натворила? Это не про жену. А про кого? Про дочь. Как? Как мы это докажем? Угу. Но если Звонцов принял такое решение, он будет стоять на своем? Ну и пусть стоит. Все равно мы как-нибудь это докажем. А. Слушай, а может, мне с ним поговорить? Ты можешь это как-то устроить? Какой смысл? Не знаю. А это что? Подарок? Анна приготовила мужу на какую-то там годовщину. Я у курьера забрал еще до того, как Занцова арестовали. Любимый муж от любящей жены. А, кстати, где Кирюха? Кирюха взял отгул. А я вот что думаю. Я, пожалуй, сам тогда Звонцова допрошу.
Если это липа, у него в признании будут какие-нибудь дыры. Подожди-ка. Слушай. А мне кажется, я вообще не с этой девушкой встречалась. Смотри. Анна. Угу. На этой фотографии видно. Ниже Звонцова. Видишь? Ну. Звонцов? Я это точно помню, когда он ко мне приходил. Мы с ним одного роста. А та девушка, которая приходила ко мне, жаловалась, что ее бьет муж, она была выше меня. Это что значит? Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что меня вообще обвели вокруг пальца. Слушай, я, кажется, вообще никогда не встречалась с этой Анной Звонцовой. Привет. Здорово, Кирюх. Ты какими судьбами? По работе. Екатерина Владимировна. Прошу вас проехать со мной. Что за мной? Да ты ешь, Кирюха, ешь. Заплати только. Приготовься. Инна Юрьевна, узнаете вы кого-либо из присутствующих Звонцовой Анны Сергеевны. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может использоваться против вас в зале суда. Мы не очень ладили с папой. Кажется, так вы сказали при нашем знакомстве. Ну, не ладили и не ладили, подумал я. Моя девушка тоже не может найти общий язык с отцом. Ничего. Живут как-то. Я даже представить себе не мог, насколько вы ненавидите своего. Даже когда узнал, что случилось с вашей матерью, смерть которой вы вините своего отца. Хотя он был в совершенно другой стране. Я сверил кое-какие даты и выяснил, что она покончила с собой всего лишь через 3 дня после того, как ваш отец подал заявление на развод. Чтобы жениться на Анне. Понятия не имею, что вы испытали тогда, 5 лет назад. Но когда я думаю, что испытывает человек, который узнает, что его любимую женщину убила любимая дочь, все равно ничего не докажете. Ну, ткнула в меня какая-то женщина пальцем. Я ее никогда не видела. Какой-то гнусный спектакль. Хорошо, а как насчет этого? Один из них, ровно как сама визитка, принадлежит женщине, которую вы якобы никогда не видели. Как вы думаете, если снять ваши отпечатки пальцев, они совпадут со вторым образцом? Ну вот. Я уж молчу о том, что ваш отец мог признаться в убийстве. Исключительно ради вас. Чтобы хоть как-то вымолить ваше прощение. Да пошел он к черту со своим прощением. Так ему и передайте, ясно?
каждый способен найти в себе силы сказать «прости». Такое короткое и такое сложно произносимое слово. Пожалуй, самое сложное на любом языке. Слово, которого мы боимся, как огня. Как будто оно сожжет нас дотла, оставив горстку пепла там, где когда-то была наша гордость. Как будто просить прощения все равно, что признаться в собственной слабости. А ведь на самом деле это ярчайшее проявление силы, мудрости и любви. Не сделанный вовремя шаг к примирению отдаляет нас на тысячи километров. И в лучшем случае мы рискуем навсегда потерять связь с близким для нас человеком. А в худшем — окончательно и бесповоротно загубить всю свою жизнь. Ну, привет. Целуй, целуй, деда. Здравствуй. Вероника Степановна, здрасте. Ой, здрасте. Я помогу. Домой. Ну, домой? Домой поехали. О, вот. Ну, вот и дальше бла-бла-бла про то, что есть я, которая с удовольствием всех помирит за скромные деньги. Не слишком пафосно для короткого рекламного ролика?